На почтовой площади в Киеве закончилась патриотическая акция «Новый год под защитой». Подробности о том, что это было и как происходило, знает моя коллега Оксана Апрышко. Эти письма писали дети для вас. Это их благодарность за мирный Новый год. Эти письма от детей передадут военным в зону АТО. Их волонтеры на почтовой площади собирали 2 дня. Также передадут новогодние подарки, которые малыши делали своими руками. Делали вот таких николайчиков, обереги, куклы-мотанки в форме ангелов, елочные игрушки, а также шарики с пожеланиями. Вот здесь написано «Счастье, здоровье, возвращайся живым». Акция должна показать бойцам на фронте, что украинцы понимают и помнят, что именно благодаря нашим защитникам могут праздновать Новый год в мирной обстановке, в теплых домах, в кругу близких. Мы не забываем о наших бойцах и ждем их. Патриотическую новогоднюю акцию сопровождали несколько музыкальных групп. Не безразлична нам судьба страны и ситуация на Востоке. Наша группа поддерживает бойцов на Донбассе, неоднократно выступала в зоне АТО. Сегодня мы здесь в поддержку наших воинов. Поддерживают военных и спортсмены. Хлопцы, мы все спортсмены. Ребята, мы все спортсмены. Мы все благодарим вас, что вы защищаете нас и даете молодежи шанс на будущее. Спасибо вам, что вы с нами. Оксана Опрышко, Руслан Белозеров, UATV.